я потратила просто так время свое. И самое главное — это время. Алиса, громкость 5. Я просто так впустую потратила 2,5 года. Я так жалею об этом сейчас. Я просто сижу и понимаю. Но это моя вина. Хочешь прикол расскажу? Расскажи. Али, следующую. Скутера сама. Конечно. Я 16 лет. Кардио делаю под такую музыку. Тебя послушать другую музыку. Не хочу. Пожарники. Что пожарники? Али, следующее. Выше сообщение не прошло. Нет, я все читаю. А, вот, все, увидела. В гостинице с работы приехал. Включил духовку. Детектор дыма заработал. Пригорело что-то. Приехали пожарники. Прикол. Привет, Николай. Штраф 1700 евро. Охренеть. А ты откуда? Камил, thank you. Норвегия. У нас бы не приехали в Россию по барабану. У меня будет гореть квартира, они не приедут. Я сама тушила, у меня есть, получается, розетки. Две смежные розетки были. Привет. Вот, и загорелась, короче, сомкнула розетка. И я не понимала, что происходит. Я сидела в комнате большой, у меня потух телевизор. Думаю, странно, отключился телевизор, что такое? Потом смотрю, просто задымление полное. Думаю, типа, откуда дым идет? А у меня счетчики дома стоят на свет. Открываю счетчики, вроде не пахнет. Думаю, странно. Хорошо. Думаю, дай-ка пойду схожу в комнату в маленькую. Захожу, а у меня тут все просто горит. Я бегу, бутылки, которые у меня были, отстаиваю я это, воду в бутылках, чтобы цветы поливать. И я этими бутылками стала, короче, все в розетку лить, короче. А у меня еще коробка стояла с вещами финскими, новыми шмотками, детскими. И плюс на ней лежал на этой коробке ноутбук самсунговский. И я прям поливала водой. Херак, херак, всякое разное. У меня еще и ноутбук работает. Вот это вот да. Вот это ноутбук был. Он до сих пор работает. То ли дело раньше вещи делали. Не то, что сейчас. Я сама, короче, потушила пожар. Ты отнеси его мастеру. У меня он работает, Андрей. Он высок и работает. Леонид, добрый вечер. Все просыпаются только в 10 вечера, я смотрю, да? Когда я уже собираюсь выходить. Пусть проверит после аута. Да у меня уже второй ноутбук есть, мне не нужен тот. Пофиг. Виталий, привет. И что потом, как розетка пользовалась? Пришлось потом розетки менять. Как раз я сошла.
сижу около этой розетки, которая загорелась. Я вообще продел этот ноут. Продал. Ты продал? Али, следующее. Нафиг он нужен? Надо менять проводку. Да нет, проводка уже поменена, все. В принципе, не надо, ничего уже сделано давно у меня. Я айфон купил. Продал ноутбук, купил айфон, да? Ноутбуки уже не котируются. Тогда мы спокойны. Да. Теперь мне надо думать, как мне делать плитку. Я ищу, кто укладывает плитку. У нас, оказывается, сложно с этим в городе. Нужно хорошо положить, а не просто уметь. Али, следующее. Добрый вечер, Андрей. В Ютубе надо взять видеокурсы. И ты предлагаешь мне, да, положить плитку. У меня, нет, я могла бы, честно сказать, могла бы. Я училась вообще за дизайнера, но, блин... как бы немножко другая специфика. У меня просто сил не хватит такое делать. Это нужно разобрать сначала свою ванну всю полностью. Уровень нужен. Это я знаю. Уровень даже для потолков нужен. Нет, не предлагаю, но если нет в городе никого, ну а что делать? Буду ждать, искать. На стенку или пол? И стена, и пол мне нужен. У меня как бы куплена плита и для стенки, и для... ну как бы... и на пол тоже. И шпатель, клей. Я нашла человека. Плитка есть уже, все есть. И мне сказали, мы можем вам положить на сухую. Но я не представляю, как можно плитку положить на сухую. Сколько квартира? А, мне на ванну надо ложить. Покажи фото. Какое фото? Спасибо за розочку. Али, следующий. Квадратов 2 с копейками. Маленькая вообще ванна. И он за это просит на сухую плитку положить 100 тысяч. Я считаю, что это дорого. Для таких квадратов. Вау, у вас цены. Да. Дорого, да, Александр? Я просто не знаю расценки, честно говоря. Это очень дорого. Серьезно? $100 в квадрат. Часто в эфирах? Да, не, да. Каждый день практически. 3000 рублей, 1500 час. У меня будет договорной баттл, ребят, в пятницу. Кто еще не знает, у меня есть видео в закрепе. Посмотрите, в эту пятницу в 20:00 по Москве. Буду рада лайкам. Вообще, на белорусские. Я не понимаю белорусские деньги.
Я помню только, в Беларуси были эти, я видела зайчики вот эти вот, но это было очень давно. Эй, Тим, 50 назад. Ну не 50 лет назад, это еще в 90-е. Но я видела эти деньги. А белорусские рубли? Нет, я не знаю. Начиналась моя эпоха миллионов. Где курс валюты, там можно смотреть. Олеся, ты с какого города? Карелия. Республика Карелия, город Беломорск. Надо к вам плиточником ехать работать. Это да, у нас проблемы с этим. Конкретно. Помню, у нас были миллионы лет 25 назад. Много комаров летом. У кого у вас? У нас раньше было много комаров, сейчас такого нету. Там не было. Купюра называлась миллион. Это тоже я слышала. Карелия. Нет, только пишется Карелия, Иван. Не Корелия, а К, буква А. Добавь собаку, поиграем на выходных. После эфира добавлюсь, мне сейчас не добавится. Ты подпишись на меня. Ок. Только в пятницу у меня будет оговорной батл, ребят. 8 часов вечера, на желание. Лида. Фу, Руслан. Спасибо за горки. Благодарю. Спасибо. Так неожиданно. Спасибочка. Я помню. Так что, ребят, ваше присутствие мне будет очень важно, необходимо. А живую хочешь корги? Я вообще очень люблю животных, очень.